обычное стекло, ну, в рамочках. Да, забыла поздороваться. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Зальем картиночку еще одну. Так. Обычное стекло из рамочки. Залила я его белой красочкой. Ну и сейчас будем колдовать. Вот у меня обычный стаканчик из-под кофе. Сейчас я туда буду наливать. Так, вот у меня синяя красочка. Сейчас мы ее туда. Сейчас я по чуть-чуть, понемножечку. Золотая, которая вечно у меня куда-то пропадает. Прям по чуть-чуть. Прям вот я так. Вот такая. Краски нужно тщательно перемешивать. Это я уже их перемешивала тут целиком. Ну и вот так вот по очереди понемножку. Ну, цветов должно получиться больше, чем три. Когда они смешаются. Должен быть и зеленоватый, и более такой фиолетовый, что ли. Посмотрим, что получится. Все это чистый эксперимент. Никогда не знаешь, что получится. Так. Ну, пусть постоит, постекает. Сейчас я ее попробую. Так вот сделать. Постоянно золото куда-то пропадает. Ой, прям не знаю, что такое. Темновато и как-то не очень меня это устраивает. Ладно, сейчас попробуем пойти другим путем. Сыры нонче дороги, поэтому сырорезку применяю в других делах. Темная. С газеточки подберем красочку. Ну, вот так мне больше нравится. Так, сейчас посмотрим. Вся, конечно, перемажешься. Я не знаю, может быть, есть более аккуратные люди, которые не так пачкаются. Ой. Но результат перекрывает все неприятности с краской, всю эту уборку. Ну, вот. Сейчас покажу, что получилось. Такая фантастика получается. Творите, и у вас все получится.